Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Росіяни обурені, поки українське військо подорожує Курщиною, друга армія світу звільняє їх оселі від майна. Ми зараз ВПшника, ми зараз русалки позвонимо, хай сюди їду, давайте назад на сітер. Квадрик назад гані. Ви що, блін, взагалі? Ми вам допомагаємо з перших днів, ви що робите, а? Як вам не стидно, б***а? Вон, квадрик, вы нахер, все повырубали, нахер. У вас что, тушенки нету, голодаете или что, блядь? Бессовестные, блядь. И в хату залезли, прикинь, в хате еще повытягивали. Берем, как тебе аппарат. Не хватит покрышка. Вот я нашел еще одну машину. Где? Да я снимал видео. Мать сделал. Завод и все на руль на блокировке. Значит, пробуем раздрочить, короче, замок. Девушка поломалась. Ничего у нас все. Наконец-то. Но он опрешись. Я воюю ради того, чтобы Россию великой снова называли. Між тим, зет-блогери не припиняють дивуватися, чому на прикордонних територіях місцеве населення не радіє російським воякам. Дійсно, чому б то? Хотів обратитися к місцевим жителям, Білоруської і Курської області. Ребят, ви реально не хочете війну виграти? Ну, чесно говоря, отвратительно звучит, коли ви солдатам не продаєте воду, тому що ви боїтесь, що солдати к вам ходять і туди прилетить. Или когда мэр какого-нибудь из городов пытается вам помешать, вот реально солдатам помешать жить. Вот мне рассказали про ситуацию, я фамилию не буду рассказывать, но для меня удивительно. Пацаны сняли квартиру для проживания в дом. В итоге соседи написали кучу-кучу жалоб в администрацию, что военнослужащие тут живут. И чуть ли не на уровне там мэра или губернатора был решен вопрос, чтобы они оттуда выехали. И это ужасно, но реально, это ж наша армия. Поки одні крадуть, на фронті геройствують справжні російські патріоти. 15 днів пролежав під танком, держав оборону, вивкав окоп, да? І держав оборону, не дав ворогу проникнути, навіть к танку подойти. Такі от герої у нас з Камеруна. Кстати, православный христианин, он даже, видите, крестик у него. Да, так что наш. Воин Христов, правильно? А это его брат еще один. Одни из лучших воинов наших сейчас. Я был командиром гранатометчика обмена. Огневая поддержка обеспечила огневую задержку. Обеспечивала огневую поддержку. Крім африканців, російську орду поповнює молодь. Давай. Братик, я слышал, что тебе 19 лет, а откуда ты родом? Из Донецка. Одноклассник предложил, я согласился, в течение 2 недель я был уже в Красногоровке на позициях. Не сдал ОГЭ, так ты понял? На главном входе 3 висит. Здесь еще, да, вон раз, вон там 2 висит, вон там 3 висит в детском корпусе. И здесь еще. А це 19-річний Вася, який має свою героїчну історію. Я подписал контракт с Минобороны. Почему? Потому что у меня отец военнослужащий, хотел попасть к нему.
Вот. Ну, то есть, как бы, с родственниками очень сильно поругались, и я не мог без близкого человека, хотел попасть к нему. Вот. А подписал я контракт, то есть, с психическим заболеванием, диагноз неустойчивого расстройства личности. То, что у меня бывают такие моменты, то, что я теряю контроль над собой, теряю контроль эмоций над собой. Вот. То есть, в Оренбургской области, в Тотском, в части... как объяснить? Мне запретили автомат, так как меня проверили психологи. Потом из-за определенного неадекватного поведения меня отправили в зону СВО, то есть в ДНР, под Мариновку, в Лесополку. Оттуда меня никак ничему не обучали и решили отправить, то есть на задание вместе со всеми, то бишь на штурм. Вот. А я как бы не умею ничего и не знаю... А цього горе-вояку війна навчила мудрості. Проте, каже, запізно. Поспорили з другом, візьмуть мене по контракту чи ні. Ну, взяли. А якщо б не взяли, що б ви виграли в спорі? Бутылку коньяка. Ну, вже зараз ти думаєш, що це того не стоило, этого. Спору цього. А чому не стоило? Ну, без рук остався. Инвалидом. Избиение солдат, вымогательство денег, снятие наличных средств с карточек 200-х наших товарищей, погибших на полях сражения, специальной военной операции. Хотели бы справедливости. Живцем до моргу у другой армии світу, и це можливо. Журналы. Вот, ведем. А здесь бойцы наши лежат. С продуктами, конечно, беда. К счастью, сотрудницы на участке яблоки дособирают, приносят. Да, столько бойцов раненых, что мест нет. Сейчас поселили в морге. Это помещение морга старое. Холодно очень. Там еще и в коридоре много парней лежит. Обещают, конечно... переселить, но очень давно обещают. Так что пока неизвестно, что и когда. И с питанием, и с медикаментами тоже обещают давно, но пока так, своими силами. Ну чё, хохлы? Мы победим! Thank you.